Научная конференция «Историко-культурная основа социально-политической модернизации» посвящена 20-летию независимости Армении. Встречу открыл проректор по научной работе РАУ Паркхев Аветисян. Если модернизация направлена действительно на совершенствование и на дальнейший успех развития, и если модернизация в себе как-то сочетает эффективно традицию и инновацию, модернизация, если себя вкладывает в некую теорию опережения развития, вот такую модернизацию я приветствую. Участники обратились к проблемам модернизации и представили доклады, касающиеся политической жизни переходного периода Армении. Был пройден сложный путь от тотальной идеологизации общественной жизни, монополии и догматизации, единственно верной, в кавычках, теории, для ее полного отрицания и идеологического хаоса начала 90-х годов 20 века. Анализ ситуации конца 80-х, начала 90-х показывает, что многие проблемы в сегодняшней политической системе возникли именно тогда. В тот период многое зависело от направления политики элит властных и оппозиции. В условиях борьбы за власть между членами армянского общенационального движения и коммунистической партии Армении последняя постепенно сдавала одну позицию за другой, оставляя политическое пространство своим оппонентам. Заседание проходило в обстановке обсуждения тем и возникших вопросов.